И всем привет, с вами Гриша и Валя, и сегодня будем смотреть Apex Legends. Да ладно! На самом деле эта игра не в списке. Но кто-то очень-очень просил ее. Очень-очень. Что, ну давайте посмотрим, что вы там так все хвалите. Смотрим. Смотрим. Liberation from the IMC brought chaos to the Outlands, and the revival of an old blood sport. Some legends fight for fortune, others answers. But we shall all be forged in the glorious realm. Mirage, quiet. Path, are we clear? This is my favorite part. Exciting. Jackpot. Don't mind if I do. Back off. But guys, I'm a legend in this thing. Legends don't choke under pressure. Death is inevitable. It's calling you. Tell Death I said hello. So that clears things up. This is mine. Yours? If it wasn't for me, you'd still be laying down on the job. Did your weapon malfunction? Or did you? Now you see me, now you don't. Sorry, did I confuse you? Mother. Isn't sneaky your specialty? I believe with 10 kills, the loot should be mine. That's a made-up number. Game over. Thanks for playing. High five. Right, so I think we're all in agreement that I'm the they one who... They know where you are. You've been spotted. Grenade. Wins again. Their deaths still carry honor. Poor bastards. Check out the loot. They left Gibraltar. This is why legends are made up. What? Неплохо. Вообще непонятно ничего. Тогда лови кулак. Ну, на самом деле, тоже вначале не очень таки понял, что происходит. На самом деле, не скажу, что в восторге от такой, как бы, стилистики. Так, а вообще странная стилистика, какая-то размытая. Она 3D-шная, но, опять же, обрисованная такими текстурами в стиле, как будто бы, краска. Ну... А робот похож на этого Айзека из Discovery. Айзек из Орвилла, да. Давай, объясняй мне. Они берут какое-то штурмом место, открывают лут, а там какая-то легендарочка. И они начинают, это моя, она ему постоит. Это не твоя. Я тебе жизнь спасла, так что она по заслуге моя. Показывается сцена, где его уже почти убили, и она прибегает и спасает его. И прикольно, причем, что у них такие способности, всякие телепортики, круто. Он такой, да? А как я тебе тогда? И сейчас возвращается в другую сцену. И тоже прикольно, у чувака тут способность, он как будто двойника делает. И смотри, бежит, она его убила. Так а с кем он опять, да? С собой. Голограмма, он такой, бум, и она растворилась. Прикольно. А робот такой, он уже пришел, ну так это моя тогда. И вспоминает свою историю. Такой хай-фай. Ну прикольно. Прикольно, потому что я не поняла, я думала, они одновременно переносились не, из одной точки в другую, потому что у нее такая способность есть, якобы в телепорты прыгать. Конечно, снялась, я оставила их. Да, и лут, наверное, будет ее в конце. Не, прикольненько. Да. В начале ролика показалось мне немножко не очень. Я как будто бы посмотрел, такой, не факт, что это будет интересно, это же просто шутер. Но потом все понеслось. Быстро поменялось мое мнение, такое нередко, не часто бывает. Мне понравилось. Клево. Будем смотреть еще, значит? Значит, будем. Все, клево. Клево. Всем сыпы-сы, что были с нами. И всем бай-баюшки-баю. Баучка была, у-бай. Пока. Пока.